день, уважаемые, дорогие наши уважаемые сотрудники! Здравствуйте! Мы начинаем торжественную часть, посвященную дню рождения заместителя директора Анны Борисовны Сердюковой. Сегодня заместителю директора исполняется 32 года. Сегодня вот это долгожданное мероприятие наконец-то состоялось. И вот мы приготовили для вас, вы все, уважаемые сотрудники, поздравления. И вот 5 коробочек, они закрыты, и я вас попросил до начала мероприятия их не трогать. Мы видим, они пока закрытые лежат. Ну что ж, дорогие друзья, для начала мы прочитаем вам небольшую биографию заместителя директора Анны Борисовны Сердюковой. Она родилась 10 февраля 1985 года, как раз в год перестройки при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Вы, наверное, уже поняли, про что мы говорим? Конечно, поняли. Я помню, Анна Сердюкова у нас даже мечтала стать врачом в детстве. Вот. Ведь в школе-то очень хорошо училась. Долгое время жила в городе Ярославле. А в 2015 году она, наконец, попала к нам в редакцию. Была сначала на канале НТВ+, новости ведущей главных событий. Затем, вот в прошлом году, она была ведущей вечерней программы «Интрига дня». А вот в августе 2016 года она, наконец, стала вот самым ответственным сотрудником, заместителем директора нашей редакции. Ну что ж, торжественную часть дня рождения Анны Сердюковой мы объявляем открытой. И давайте мы сделаем общий подарок. Мы споем песню вот на английском «One Way Ticket». Давайте все вместе. А вы, сотрудники, нам подпевайте, пожалуйста. Под пей тикет. Идете с нами! А теперь посвистываем! И вместе! Молодцы! Вот такую замечательную песенку мы хотели сделать общим подарком на день рождения Анне Борисовне Сердюковой.